Сегодня мы продолжаем разговор о том, как правильно ухаживать за газоном осенью. В прошлом выпуске мы рассказали о том, что в октябре необходимо в последний раз перед зимой постричь газон, а также тщательно прочесать его веерными граблями. Это позволит очистить его от опавших листьев и мертвых травинок. В итоге весной растения смогут лучше развиваться, и у вас будет возможность каждый день видеть зеленую лужайку с плотным травяным покровом. Еще одна очень важная процедура при осеннем уходе за газоном – это его аэрация. Благодаря аэрации вы поможете вашему газону дышать в прямом смысле этого слова. Для аэрации сейчас в продаже существует огромное множество специальных инструментов. Однако, если у вас лужайка относительно небольшая, то чтобы избежать лишних трат, вполне можно воспользоваться самыми обычными садовыми вилами, которые вы найдете в своем арсенале. Вилы мы вонзаем на глубину 10-15 см, не боясь при этом переусердствовать. Множество проколов пойдет вашему газону только на пользу. Превратите рутинное занятие в развлечение, пригласите своих друзей. Особое внимание необходимо уделить тем участкам, по которым чаще всего ходят, на которые периодически ставят дачную мебель или где часто играют дети. Осень. Самое время подкормить газон. Если вы используете минеральные удобрения, то используйте поменьше азота. Он в это время травяному покрову ни к чему. И побольше калия и фосфора. Можете также приобрести уже готовое сбалансированное удобрение для осеннего газона, в котором все вещества содержатся в необходимой пропорции. Обязательно читайте инструкцию о том, сколько вносить удобрения, вы всегда можете прочесть именно в ней. При осенней подкормке газона стоит не забывать о некоторых факторах. Хорошо, если с момента стрижки до внесения удобрения пройдет несколько дней. Не старайтесь удобрять газон в тот же день, когда вы его постригли. Это опасно. День лучше выбрать не засушливый и не морозный. А после внесения удобрения не беспокойте газон в течение нескольких дней. Если вы выполняете все эти работы – стрижка, уборка веерными граблями, аэрация и осенняя подкормка – то весной ваш газон быстро восстановится после зимы, а на протяжении всего летнего сезона будет радовать вас и ваших близких прекрасным, насыщенным, ярким цветом.